позвонить, чтобы они мне... Что за мусор у вас? Какой? Банки для детского питания. У меня двое детей, поэтому и каждый месяц мы получаем на молочной кухне питание. А как вас зовут? Алена. А детей сколько? Двое? Мальчик и мальчик? Да. Месячную норму чего вы хотите сделать? Месячную норму по сборке стеклотары. Потому что у меня банки от детского питания. За 3 года. 2 раза. И где же они у вас хранятся за 3 года? В офисе. Мы все принесли в офис, они помытые, чистые. Я никак не могла вызвать такси с собиратора. Хорошо, что вы приехали.
Так, возраст. От 20 до 40. Работаете, учитесь, не работаю. Ну, напишите не работаю. Ну, не работаю, хорошо. Так, более, напишем с 2 до 3. Откуда узнали о нашей акции? Ну, вот шли, вот увидели, думаю, надо. Шли мимо. Да. Угу. Сортируете дома мусор? Конечно. Так, САО. Бумага. Так, завершить вопрос. Спасибо, что уделили время. Спасибо, что участвуете в нашей акции, поддерживаете. Приходите к нам еще, мы будем вам рады. Спасибо. А как человек узнает? Писал. Я провела опрос, у нас акция. Так. Провела опрос. Человек сдал, ему что-нибудь полагается? Больше 2 килограмм полагается промокод. 100 рублей. Приходит код, промокод на смс, на номер телефона. Вот. И по этому коду заходишь на сайт Litres, можно скачать книжечку от 100 рублей, зависит от веса с данного вторсырья, от 2 килограмм. Начинается сумма от 100 рублей до 500 рублей. Либо в подарок еще сумочка авоська идет. Это если больше 7 килограмм сдают участники нашей акции. Меня зовут Оксана. А меня Наталья Анатольевна, на охоте просто Наташенька. Вы от кого? От мэрии? Компания Ecoline. Ecoline. Завод, да. Вот, пожалуйста. Компания Ecoline, которая занимается сбором раздельного мусора, вторсырья, вот, и переработкой. Есть вот отдельно, здесь есть ссылочка, сайт компании Ecoline и номер горячей линии. Если вас что-то интересует, какие-то есть дополнительные вопросы, можете позвонить или зайти на сайт и узнать любые интересующие вас вопросы. Это разовая акция или будет постоянно? У нас акция информационная. Стартовала она 30 числа до 23 декабря. К сожалению, у меня нет 100% информации, как это будет действовать дальше. Это уже, вот, пожалуйста, можно позвонить в компанию Ecoline и узнать, будет ли она действовать далее. Но пока у меня информация, что до 23 числа. Спасибо. Пожалуйста.
Москвы. Здравствуйте, я житель Москвы, меня зовут Юля. Я услышала об этой акции, прочитала в интернете, видела в Инстаграме. И буквально вчера я прочитала, и за вечер я набрала целый пакет отходов. Тут как... Если не секрет, что тут? Ну, тут как коробки от какой-то техники и лекарств, заканчивая, там, не знаю, у меня дети любят шоколадную пасту, которая в стеклянных банках. Ну, конечно, это все замечательно сдать на переработку, чтобы это повторно использовалось и приносило пользу. Батарейки привезли? А, батарейки я не нашла в списке, поэтому батарейки оставила дома. Понятно. Там из особо опасного класса отходов есть, а ртуть, градусники? Нет, нет, я ознакомилась с сайтом акции, я отсортировала те отходы, которые я хотела сдать в соответствии с номенклатурой, которая была представлена на сайте, и, собственно, все, что можно сдать, я привезла. Кроме, единственный отход, который у меня из этого мешка не подходит для контейнеров с раздельным сбором, это бумажный стаканчик из KFC.